Это будет первая репетиция оперы «Вильгельм Тель» в костюмах и гриме. Как вы видите, у меня уже есть прическа. Это первый костюм, будет еще другой. Будет такое платье. В общем, вы увидите. Так что оставайтесь с нами, посмотрим, что будет дальше. Дорогие друзья, мы закончили нашу первую репетицию в костюмах. Теперь у нас взрыв на макаронной фабрике на голове. Пьем чаек. Идем домой спать. Спокойной ночи. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас премьера в опере «Грац», опере «Россини» «Вильгельм Тель». Все в очень приподнятом настроении и в ожидании. Вот некоторые сидят, разговаривают со своими любимыми по скайпу. Папарацци, да, скучает, бедная. Ну, слава богу, что в наши дни есть скайп. Разве это не круто, что у нас есть скайп, и мы можем общаться со своими любимыми и друзьями, и родителями за 1000 километров бесплатно в любое время. Супер. Вот так происходит празднование премьеры. Конфетками и фантиками. Вот по экрану мы можем наблюдать, что происходит в данный момент на сцене, и знать, когда нам надо идти. Нас вызывают также по громкой связи. Сейчас заканчивается второе действие, и мы будем переодеваться вот в это. На вечеринку. Быстрее, быстрее собираемся на вечеринку. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующем видео. Пока! Пока! Муа. Муа, муа, муа. У нас истерика!